Амурчанку подозревают в том, что она заживо сожгла своего мужа. ЧП случилось в селе Мазаново 1 января. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с супругом, облила его бензином, затем бросила в него спичку. Мужчина скончался от полученных ожогов. По факту убийства с особой жестокостью возбуждено уголовное дело. Другие темы обсудим в ближайшие 15 минут. В эфире главные новости Благовещенска. Меня зовут Кристина Добровольская. Здравствуйте. Наперекор экстремальным морозам. Бетонировать новый автомобильный мост через Зею подрядчику не помешал даже аномальный минус. Дорогу отечественному автопрому. Амурские охотоведы станут контролировать активность хищников на территории региона на новых нивах. Раздвигая границы. На льду Амура готовятся принимать международный российско-китайский хоккейный матч и состязания по авторалли. «574 кубометра бетона за 24 часа уложили строители нового Зейского моста. Специалисты завершили бетонирование сразу двух участков плиты проезжей части руслового пролетного строения. Его общая протяженность – 126 метров». Для работ проложили бетонопровод, что позволило одновременно подать смесь с одного бетононасоса на два участка. Так, за 24 часа строители уложили 574 кубометра материала. Сегодня плита проезжей части готова больше, чем на 60%. Готовились к бетонированию мостовики весь январь, в том числе и в период экстремально низких температур. На участках смонтировали армокаркас общим весом 185 тонн. Обустроили технологическое укрытие с благоприятным для бетона микроклиматом. Напомним, конструкция моста через Зею экстрадозная, оптимально спроектированная, что позволило уменьшить вес пролетного строения, высоту пилонов и длину вант. Протяженность нового перехода 1933 метра, подъездных путей 8352 метра. На мосту организуют автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%. Продолжаем. Не дороже 500 рублей стоимость пожарных извещателей в благовещенских супермаркетах. Отпускать их по доступной цене власти региона попросили владельцев крупных торговых сетей. 6 из них уже продают приборы на кассах. Бесплатно дымовые сигнализации по поручению Василия Орлова получат многодетные семьи и амурчане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кто из горожан первым получил в подарок мини-спасателя, узнаете из сюжета. У нас будет датчик в котельной, потому что там в том году была неприятность именно вот в плане пожара. Поэтому отопительная печь там стоит. Там отопительная печь, водонагревательный элемент у нас в том году загорелся. Исключить ЧП с огнем ему не под силу, но быстро заподозрить что-то неладное этот маленький спасатель всегда готов. Поселиться у потолка или в верхней части стены. Находясь на этих поверхностях, бросаться в глаза не будет, но чуть унюхает дым, закричит «караул». Такие мощные вокальные данные мини-спасателя способны пробудить даже от глубокого сна. Значит, предотвратить возможную трагедию – гибель в ночном пожаре. Ведь именно в это время суток человек не может оперативно среагировать на опасность. Данный автономный пожарный извещатель работает от обычной батарейки в виде кроны и выполняет функцию обнаружения задымления в квартире. То есть при возникновении пожара и задымление, датчик сработает и оповестит проживающих граждан. Первыми в Благовещенске таких незаменимых помощников получат около 30 многодетных семей. На этой неделе областному центру выдали 87 извещателей. Второй партии приедут еще 177 приборов. Дальше работа, да, будет продолжаться совместно с управлением социальной защиты. Дальше мы пойдем по семьям также с печным отоплением, деревянный фонд и социально незащищенные слои населения, там, где те, кто самостоятельно не могут это все приобрести, дабы сохранить жизнь людей. Это в первую очередь приоритет. Некоторые благовещенцы сами спешат обзавестись залогом пожарной безопасности. Благодаря сотрудничеству областных властей с крупными торговыми сетями гаджеты продают на кассах для большей доступности по рекомендованной цене, не дороже 500 рублей. Пожарные извещатели расположены в прикассовой и на кассовой зоне для удобства покупателей и для хорошего обзора. Стоимость пожарного оповещателя 466,90 в розницу. Продажи не могу, к сожалению, сказать, потому что они к нам пришли на прошлой неделе, и аналитику мы еще не проводили. Но вообще ими интересуются и уже их покупают. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город».
Залогом безопасности охотоведов станет новый транспорт. Их автопарк пополнится 4 высокопроходимыми Нивами. На них конфликтная группа будет контролировать активность хищников, проживающих на территории региона. Как сотрудники действуют в случаях, когда опасные животные заходят к людям, узнаете из сюжета. На следующее дежурство Константин Узленко заступит с новой боевой подругой. Отечественная Нива, по словам опытного охотоведа, будто специально создана для их работы. Маневренная, простая в управлении и, главное, комфортная. Сейчас, конечно, автомобиль новый. Для охраны он и нужен, новый автомобиль, потому что у нас уже почти вся техника устаревшая. Но и достаточно это и легкая, и теплая, приспособлена она для охраны животного мира. Иногда и ночуем даже в автомобиле. Всего у конфликтной группы появилось 5 новых авто. Одну из них им передали в прошлом году. Сейчас она работает в архаринском заказнике «Андреевский». Остальные 4 также разъедутся в разные районы Приамурья. При этом будут постоянно колесить по региону. При поддержке правительства Амурской области, центра «Амурский тигр», мы обновляем автопарк высокопроходимой техникой с целью обеспечения надлежащей охраны охотничьих угодий Амурской области, животного мира, а также с целью контроля за передвижением тигров, которые обитают на территории Амурской области. Конфликтная группа создана, чтобы следить за взаимоотношениями людей, крупного рогатого скота и хищников, медведей, волков, тигров. Последних в Приамурье насчитывают 8 особей. Полосатые по-хозяйски перемещаются по всей территории региона, периодически заглядывают в населенные пункты с немалым шумом. Последний конфликт случился в Архаринском районе. Тигрица Елена утащила собачку из двора на окраине села. Мы выезжаем, да, и всеми возможными способами стараемся отпугнуть тигра, да, выгнать его за территорию района. Вот как произошло в село Михайловка. Выехала конфликтная группа, да, с наших сотрудников. Ну, возглавлял ее я, да. Тигра, короче, выдавили за проволоку. Он ушел за линию ТС. Прогнать далеко в лес в 2022-м пришлось и полосатого, зашедшего в Зейский район. Тогда хищник напал на одиноко пасущегося жеребенка. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Максим Яценко. Программа «Город». Впервые после 3-летнего перерыва на льду приграничного Амура встретятся хоккеисты России и Поднебесной. Изюминкой 5-го российско-китайского фестиваля зимних видов спорта станут автогонки. Как проходит подготовка к долгожданному международному событию и кто попадет на трибуны, выясняла моя коллега Екатерина Борисова. Смотрим. Как зеркально наши, получается, как у нас, сюда, так и у них. У нас получается 8 палаток. 4 палатки на нашей стороне, 4 палатки на китайской. Согреть китайских спортсменов российским гостеприимством традиционно решили в теплых палатках. В них оборудуют раздевалки, полевую кухню для участников и болельщиков. Предварительно для большого спортгородка расчистили площадку, задействовали 3 спецмашины, которые справились за 2 дня. С покрытием для будущего поля встречи 2 стран придется повозиться подольше. Лед в хоккейной коробке, которую установили в начале февраля, будут заливать минимум неделю. Действительно, в такой морозы лед достаточно жесткий. Но на 24-25 число температурный режим будет небольшой, там 10-12 градусов. Я думаю, что лед будет лучшего качества, чем он был в январе месяце. Лед вокруг городка тоже прошел подготовку. Позже превратится в гоночную трассу. Устроить в зимний фестиваль ралли с участием 20 китайских и 20 российских экипажей планировали давно. Но вмешалась пандемия. Теперь после большого перерыва международное событие украсят параллельным слаломом. Сделаны замеры льда. Толщина льда позволяет нам приступить к активной фазе подготовки. Лед составляет более метра, что позволяет выход на лед гусеничной техники до 90 тонн и колесной техники до 60 тонн. На сегодня уже установлена хоккейная коробка. Сейчас прорабатываются организационные моменты. Это заказ формы для хоккеистов, это рекламная продукция, баннеры, это оформление хоккейной коробки. Частью спортивного городка станут и трибуны для болельщиков. Традиционно в первые ряды зрителей попадут участники, их родители, организаторы и почетные гости. Впервые 2 счастливчиков – победители розыгрыша пригласительных от Минспорта области. Благовещенцы, которые не попадут в число 350 болельщиков на трибунах, все же смогут понаблюдать за состязаниями. На набережной в районе Маяка пройдет прямая трансляция международного события на большом экране. Рядом развернут полевую кухню и палатки, чтобы зрители могли согреться.
Международные состязания проведут в два дня – 25 и 26 февраля. Соревнования этого года станут первым очным спортсобытием после пандемии между Приамурьем и китайским Хэйлунцзяном. На льду Амура встретятся хоккеисты трех возрастных групп – юниоры, юноши и взрослые. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк. Программа «Город». В предстоящие выходные благовещенцев научат катать вату в игрушки, предложат вспомнить композиторов всех эпох и расскажут, когда шалость становится нарушением. Насыщенная программа ждет горожан всех возрастов. Где, что и во сколько, узнаете из анонса. В 10 утра субботы благовещенцы старше 6 ждут в Доме ремесел на мастер-класс по изготовлению ватной игрушки. Желающих просят предварительно записаться. Часом позже в лыжно-арбалетном клубе «Племя совы» развернется открытое первенство Благовещенска по стрельбе из спортивного лука. В полдень всех жителей амурской столицы ждут на забегах «Лыжни России 2023». Зарегистрироваться участники могут прямо на месте проведения – база «Динамо» в Маховой Паде. Вас ждут мастер-классы, снежный волейбол и много других сюрпризов. В это же время в Чеховке на учат играть в шахматы. В библиотеке Белогорья ко Дню защитника Отечества развернется интеллектуально-познавательная битва. В воскресенье можно подольше поспать, но к 12:00 быть в библиотеке имени Чехова. Сотрудники магазина настольных игр зовут поучаствовать в игротеке. Обещают приключения и незабываемые эмоции. В школе Маховой Паде пройдет познавательная беседа. Участникам расскажут, когда шалость становится правонарушением. В 16:00 в Краеведческом музее проведут квест «Подвал». В выставочном зале в это же время литературно-музыкальный перформанс по письмам академика Лихачева о добром и прекрасном от театра-студии «Грим». Столетие отмечает гражданская авиация России. Благодаря специалистам этой отрасли, которые трудятся в Приамурье, Благовещенск соединен с городами страны и зарубежными государствами регулярными авиарейсами. Всех причастных к этому празднику чествовали в областной филармонии. Благодарственные письма заслуженным сотрудникам вручили губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр областного центра Олег Имамеев. Руку дай, не отпускай, поцелуй меня, закрой глаза и сразу в рай. Вместе оторвемся от земли, мы сможем, я и ты, влюбленные летать должны. Наш Благовещенск соединен со многими городами регулярными авиарейсами, что, конечно, безусловно, очень удобно для горожан и гостей Благовещенска. Спасибо вам за ваш труд, за ваш профессионализм, за вашу ответственность. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всем. Хочу пожелать всем больших перспектив, уверенности. И хочу сказать большое спасибо и от всех пассажиров за то, что мы можем очень быстро, безопасно и с комфортом преодолевать многотысячные расстояния. Поставлен абсолютный рекорд. 840 тысяч пассажиров было перевезено только в аэропорту города Благовещенск. Этому способствует ряд решений, принятых на федеральном уровне. Вот уже несколько лет по поручению президента у нас действует программа по субсидированию авиабилетов для дальневосточников, и жители нашего региона активно этой программой пользуются. У нас развивается вся необходимая инфраструктура. Большие планы по развитию аэропортового комплекса в Благовещенске.
конце выпуска новость в продолжении темы. Региональная госэкспертиза одобрила проект строительства в Благовещенском аэропорту нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тысяч тонн в год. Ожидается, что появление такого объекта должно позитивно сказаться на инвестиционном климате региона. В частности, улучшится качество услуг, расширится деловая активность. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Хороших вам выходных.